И все чаще в городах ощущается запах дыма. Вызван он многочисленными поджогами сухой травы. По данным регионального управления МЧС, только за последние сутки было зафиксировано 63 пала травы. Огонь выжег 132 гектара земли. Всего же за начавшийся несколько дней назад пожароопасный сезон случилось 357 палов на общей площади 750 гектаров. Уже составлено 24 административных протокола на виновников полевых пожаров, один из которых является должностным лицом. Вынесено 10 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 000 рублей.